কৃপা সিন্ধু সুসংপূর্ণ সর্বসত্যোপকারক নিষ্প্রিয় সর্বতঃ সিদ্ধ সর্ববিদ্যা বিশারদ সর্বসংশয় সংক্ষিপ্ত অনুলফ গুরুরাহি কৃপা সিন্ধু সুসংপূর্ণ সর্বসত্যোপকারক নিষ্প্রিয় সর্বতঃ সিদ্ধ সর্ববিদ্যা বিশারদ সর্বসংশয় সংক্ষিপ্ত অনুলফ গুরুরাহি গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ ওয়াজ আস্কড বাই শরদিন্দু রায় ওয়ান ভেরি লার্নেড ম্যান দ্যাট উইদিন দি শর্ট পিরিয়ড ইউ এস্টাবলিশড 50 মঠস অল ওভার ওয়ার্ল্ড ইটস ভেরি সারপ্রাইজিং দ্যাট উইদিন ভেরি শর্ট পিরিয়ড Шрила Прабхупада однажды один с Равинды Рай, его звали человек, он спросил, что вы основали более 50 гаудия-матхов по всему миру, я считаю, что это великий успех для вас. А Шрила Прабхупада сказал, что я хотел установить гаудия-матх в сердце всех живых существ. 50 матхов – это не так много. Мое желание было таково, чтобы утвердить, основать гаудия-матх в сердце всех живых существ. Вы восхищаетесь только 50 гаудия-матхами. Бхакти-сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад говорил, что 50 гаудия-матхов, так или иначе, они появились по милости Гауранги Махапрабху, но я хочу, чтобы у меня было 50 великих преданных, которые, тех, кто полностью предались лотосным стопам Шри Чайтанья Махапрабху, те, кто готовы отдать свою жизнь ради санкиртаны, ради прославления абсолютной истины. Я хочу получить 50 таких замечательных людей, а вы говорите о каких-то 50 матхах, это ничто. Я лучше, если было бы 50 настоящих преданных таких великих личностей, которые готовы были бы посвятить свою жизнь санкиртане Шри Чайтанья Махапрабху. На самом деле, вы не можете понять значение настроения Шрилы Прабхупады. Понимаете ли вы то, что он хотел сказать нам? На самом деле Шрила Прабхупада хотел сказать, что если у меня будет 50 таких великих преданных, великих личностей, которые подобны мобильным подвижным гаудия-матхам, то они могут пойти в любое место, в любое время, и туда придет такой гаудия-матх. Мобильный гаудия-матх, и я хотел, чтобы у меня было бы 50 таких личностей, но 50 матхов – это не так много, поскольку в этом мире бесконечное число душ, они все пали в океан майя, они страдают день и ночь, и они думают, что они наслаждаются этим, так или иначе, они многие хотят наслаждаться своей жизнью, но они глупые, не понимают, что это не настоящее наслаждение, что такое наслаждение, оно в итоге принесет нам только проблемы и ослепит нас, и мы не сможем видеть, что есть благо, а что вред для нас. На самом деле, обусловленные души, они не могут найти свое настоящее благо. Обусловленные души, они подобны слепцам, и они не могут найти свое истинное благо. Они, конечно, могут это пытаться искать, прикладывать свои усилия, чтобы получить какое-то благо, но они не могут, на то и обусловлены. Они находятся в иллюзии, под влиянием майя, и чем больше они пытаются обрести какое-то благо, тем больше они попадают в более плачевное состояние. И вот все авторитетные писания, они предписывают нам
И вот все писания говорят, что нам нужно. Нам нужно предаться лотосным стопам чистого вайшнава. Чистый вайшнав, кто это? Тот, кто готов посвятить себя санкиртане. Тот, кто готов без остатка посвятить себя Санкиртана Ягья, начатая Шивана Махапрабху. Санкиртана Ягья, она всегда происходит. Она никогда не может быть потушена, либо как-то прекращена. Она всегда сияет, Санкиртана Ягья. Я уже говорил, что санкиртана она начата с читания Махапрабху, и та санкиртана яги она продолжается. Поскольку все чистые преданные, они воспевают Харикатху, и через эту Харикатху и этот санкиртан можно найти, что это все. Эта санкиртана, она так и продолжается. Может, кто-то пытается ее потушить, но он не может ничего сделать. На самом деле, обусловленная душа, она не может. Обусловленная душа, она не может найти свое собственное благо. И под именем Харибаджана и Харикатхи, те, кто обманывает обычных людей, а мы, обычные люди, мы настолько глупы, что мы хотим быть обмануты, и нас обманывают. И это одно из таких одно из качеств Кали-юги. То есть эти жители Кали-юги, они хотят быть обмануты, и их обманывают. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что «О, люди, ждите и смотрите, если вы по-настоящему искренне, то если у вас нету, если вы достаточно искренне, то это обязанность Нитянанды Прабху вести вас правильным путем. Но если вы хотите развиваться без помощи Нитянанды Прабху, вы обретете одни проблемы и не сможете достичь наивысшей цели. Нитянанда Прабху, он готов помочь нам. Но чтобы обрести его помощь, нужно верить в него. И Гуранга Махапрабху, он сказал, что вся ответственность за наше духовное развитие, она находится у него, и вам не нужно думать. Единственное, что вы должны делать, вы должны предаться полностью, без остатка, совершенным образом Нитянанде и Гуранге Махапрабху. Если у нас есть какая-то склонность к наслаждениям, то эта склонность к наслаждениям, она является препятствием на пути духовного развития. Шрила Прабхупада говорил, что многие хотят принять Гурудева в своей жизни. Но Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что нужно ждать и смотреть, наблюдать. Сначала смотреть за своими желаниями и никуда не торопиться, и Садгур, он автоматически сам явится в нашей жизни по милости Нитянанды Прабху. И Шрила Прабхупада говорит, Сарабинду Рай, один знаменитый ученый, он спросил у Шрилы Прабхупады, что все ваши ученики, великие ученики, они воспевают славу Гауранги Махапрабху с великим энтузиазмом. И Шрила Прабхупада сказал, да, они воспевают славу Шри Чайтанья Махапрабху, но не до того уровня.
Шрила Прабхупад, смотрите, что он говорит, он очень строг. Хотя мы знаем, что Кешава Госвами Махарадж и прочие вайшнавы, не только они, сам Шрила Прабхупад дал такой титул. Он сам давал великие титулы, такие очень значимые титулы вайшнавам. Но также Шрила Прабхупад знал, что не все могут полностью открыть свое сердце и предаться Гурудеву. Они не говорят полностью о той абсолютной истине. Они боятся, что весь мир может вернуться против нас, а если весь мир он будет против нас, то нас это не должно задевать. Шрила Прабхупад говорит, что если весь мир будет настроен против меня, то я все равно буду воспевать славу абсолютной истины, находясь под сенью лотосных стоп моего Гурудева. Никто не может остановить меня воспевать славу абсолютной истины. И если вы готовы идти на компромисс, если вы ради неистины готовы идти на компромисс, то тогда нельзя о вас сказать, что у вас есть качество Тринадапи. И вот это, если вы сами не возвысились до уровня этой абсолютной истины, то у вас нет права говорить о абсолютной истине. Это неправильно. Если вы начнете говорить, то Майя-деви она будет препятствовать. Это не так просто. Вы можете посмотреть, как в своей собственной жизни множество людей придет, чтобы препятствовать этому. Даже в моей жизни я сколько раз наблюдал, никто не хочет, чтобы где-то обсуждали абсолютную истину, а почему это так происходит. Шрила Прабхупад говорит, что если у вас есть И вот Шрила Прабхупад говорит, что если мы будем говорить об этой абсолютной истине, не стесняясь, не думая о том, будут ли нас за это уважать, либо презирать, либо давать пожертвования, либо не давать. И если у вас есть такое настроение, то будьте уверены, тот человек имеет качество Тринадапи. Я уже много раз говорил, что Вриндаван Дас Такур Махашай говорит, что у меня я даю, а Вриндаван Дас Такур он говорит, что я говорю о славе милосердия, о милости, о сострадании Нитянанды Прабху. Но если я вижу, что кто-то не хочет понимать величие милости Нитянанды Прабху, то я готов пнуть такого человека. И как понимать эти его слова, если качество Тринадапи у него или нет? Хорошим примером является пример с матерью. Мать может как поцеловать ребенка, так и ударить его. Но она делает это все из-за любви к ребенку. И также вайшнав, он может наказать, либо как-то поощрить какую-то душу. Но он делает это все из-за любви. Это наша главная проблема, то, что мы забываем, что гуру вайшнавы, они могут как наказать нас, так и даровать свою милость. Если вы думаете, что вайшнавы не имеют права наказывать вас, а могут только милость на вас пролить, то это значит, что вы не понимаете гуру вайшнава таттвы. Как в случае с Шрилой Прабхупадой. Шрила Прабхупад иногда наказывал кого-то, иногда он проливал на кого-то свою полную милость, и чтобы разрушить наше ложное эго Гурудев, он может сделать все, что угодно,
чтобы разрушить наше эго, чтобы чувство смирения появилось в нашем сердце. Гурудев может сделать все, что угодно, и у нас нет права говорить что-то против нашего Гурудева. В Шримад Бхагаватам говорятся эти слова, что если Гурудев ударит нас, либо даст какое-то другое тяжелое наказание, не будет кормить нас во время, либо закроет в комнате, или еще что-то, то у нас нет права возмущаться или говорить что-то против Гурудева. В Шримад Бхагаватам говорится об этом, что если Гурудев наказывает вас, вы должны принять это наказание. Если Гурудев дает вам милость, вы также должны принять эту милость, такое умонастроение должно быть у вас, как в случае с Упаманью. Вы, может, слышали о нем. И вот, когда мы пришли на путь Баджана, мы иногда думаем, часто можем наблюдать, что люди, они цепляются за свою предыдущую жизнь, что кто-то там, например, профессором был, кто-то там военным, кто-то там лектором каким-то, кто-то еще кем-то был. И ожидают, соответственно, что к ним будут относиться так же, как в их прошлой жизни. А мы хотим узнать, кто вы есть на самом деле. И поэтому Шрила Санатана Госвами, он спросил у Махапрабху, кто я. И сейчас говорю предваряющие вещи перед главной темой. Смотрите, самый знаменитый пандит Вайканас Госвами Махарадж. И вот Вайканас Госвами Махарадж, он был Радж пандитом, он был пандитом при царском дворе. И он помнил множество писаний, если просили совершить какую-то яги, он совершал ее, даже не смотрел в книге на мантры, которые нужны. И когда он только пришел, какое служение дал ему Шрила Прабхупада, я снова и снова повторяю, что листец не может быть проповедником, тот, кто склонен к лести, льстить всем подряд, он не может быть проповедником, никакая проповедь не может им совершаться, он не одобрен Нитянанда и Баларама. Какой признак того, что какой-то проповедник он одобрен Нитянандой, что если разбудить его даже 2 часа ночи и попросить говорить Харикатху, то такой человек, он может пролить на нас поток Харикатхи. Это один из главных признаков. Без милости Нитянанды никто не может проповедовать по-настоящему. Если у нас есть какие-то деньги, какая-то власть, то это все не годится для проповеди. На самом деле, без Кришна Шакти. Нельзя распространить славу святого имени. И вот как говорится в этой шлуке, которую Махарадж произнес. Если вы сами все делаете и собственным примером проповедуете, то люди, они, видя вас, вдохновятся. Бхакти Правартон – это бенгальское слово. Что значит проповедь? Зачем мы проповедуем? Собрать денег, либо стать известным, либо еще что-то. Artho lava ei ashe bhamya phile deshe deshe country to country I'm traveling to collect money. What money can do? That money is just like a fire for you. Just like a fire. That's why Baba the Safi. We don't need enough money. Шрила Прабхупада говорил, что нам не нужны деньги, а что мы будем делать с деньгами? То, что необходимо на севу, Кришна он пошлет нам. А если у нас будет много денег, мы будем вынуждены заботиться о них, смотреть, читать, думать, что с ними делать, а у нас нет для этого времени. На самом деле суть в том, что
Проповедь значит утвердить бхакти в сердцах. Внутри живых существ. И настоящий проповедник, он настолько тяжел, настолько сияющий, что люди, они привлекаются его личностью. Он говорит только то, что делает, и люди, видя такой пример перед собой, они вдохновляются следовать его примеру. Big Acharya means big seva. Bhakti Vallabh Thittu Gosvami used to speak, Guru Maharaj make me Acharya, that means Guru Maharaj make me Bhakti Vallabh Thittu Gosvami Maharaj говорил, что Guru Maharaj сделал меня Acharya. He wanted to engage me in seva of the 24 hours. Для того, чтобы занять меня в служении 24 часа в сутки. Acharya не значит, что... This kind of mood is not Vaishyavata. Он может кого-то контролировать. Ачарья – это тот, кто своим показывает, своим собственным примером. Это один из главных признаков вайшнава, чтобы понять, кто вайшнав, а кто не вайшнав, кто-то может смиренно и красиво говорить, например, но это не признак. Тринадапи значит, что у вас есть сила говорить о абсолютной истине, и вы говорите только то, что вы делаете. Если у вас нет осознания чего-то, то вы не имеете права говорить об этом. И вот суть в том, что сегодня день явления Шрилы Бхакти Прагьяны Кешава Госвами Махараджа, я говорю сегодня. И Шрила Кешава Госвами Махараджа очень возвышенный, очень могущественный вайшнав, он получил полную милость Гурудева. Так много людей приходило к Гурудеву, может, тысячи людей приходило к Гурудеву, они принимали прибежище у него, получали дикшу и прочее, но очень редко, очень самое редкое, что кто-то смог получить полную милость Гурудева, может быть, они говорят, они приходят к Гурудеву, чтобы принять прибежище у него, но насколько преданы они ему, это зависит от многих факторов. Дикша, она может стать совершенно закончена, если вы только полностью предались Гурудеву. Дикша, она может стать полной, законченной. Имеется в виду, если вы получили настоящую дикшу, а дикша – это долгий путь, это не долгая процедура. И вот если вы получили... И вот если вы получили дикшу, вы преданы и достаточно искренне и преданы Гурудеву. А как это случается? То если Нитянанда, только по милости Нитянанды мы можем обрести садгуру. Как кто-то может причитать, что у него нет садгуру, но Шрила Прабхупада говорит, что вы глупы, поскольку потому что благодаря вашему предыдущему сукрити вы можете получить Гурудева, и вам не остается ничего делать. В шастрах говорится, что что если заниматься сбором денег, прикрываясь одеждой саньяси или одеждой брамачари, это очень плохо. В шастрах это полностью запрещено. И вот это называется вот этим словом вешу по дживинаха.
как-то... Можно видеть, что некоторые люди, нося одежду саньяси брахмачари, занимаются только сбором денег, а в шастрах это запрещено и зовется вот специальным словом. Кто-то может, прикрываясь именем Гурудева, собирать какую-то славу, какие-то пожертвования или еще что-то, но это не тот путь. А с другой стороны, мы не должны кичиться своим Гурудевом, мы должны вести себя так, чтобы люди восхищались нами и хотели бы узнать, кто же ученик, этот, ну, тот человек, который живет такой жизнью, достойной примера, как, например, Рупа или Санатан или Джива Госвами, они не кричали на каждом углу, что они ученики самого Махапрабху, там, или еще кто-то, никто не знает. Кто Гурудев Рупа Госвами? Они не говорят, они действуют, они живут достойным образом, и поэтому слава автоматически распространяется у них. Гуру-ништха, она может быть доказана через наши действия, то, что мы делаем. Как мы все 24 часа используем себя в, или нашу энергию, все у нас есть, все наше имущество, все образование, весь ум. Как мы это все занимаем в Гуру и Гауранга Севе. Гуру Сева значит Гауранга Сева, несомненно. Гурудев, он может как наказать нас, так и даровать свою милость, но многие не понимают этого. У Гурудева есть эти две способности. Ануграха и Ниграха. Ануграха и Ниграха. Ниграха значит наказание. Гурудев может наказать нас, и мы будем страдать. И если у нас такое терпение, чтобы терпеть все наказание, которое может дать нам Гурудев. All tantra, mantra, all smart people going against him. There is a big sabha. Then they tantric man, black magic they're doing in asan. If you see, you can feel disturbed. You cannot speak even a single word. And that king, another king, he is using lakhs of money for this purpose. Vaikanath Maharaj are coming. And you know, sitting in asan. Jai Gurudev. Jai Prabhupada. Bas started bandana and speaking Harikatha 2-3 hours. Those, you know, those are tantric, they gone mad. How possible? No people can stand there, sit there. How possible? Then they come and beg for pardon. Excuse us. Однажды произошел случай с Шилой Бхакти Гора Вайкана с Госвами Махараджем. Какие-то тантрики на него наколдовали, что на его смерть, и в общем очень много колдовали, и когда Шрила Вайканас Госвами Махарадж пришел, он говорил Харикатху на том месте, и их тантра она не могла причинить никакого вреда Вайканас Госвами Махараджу, и эти тантрики они потом пошли и извинились перед ним. То есть просто сказать, что мы слуга слуги Гурудева, это просто, но практически это применить в своей жизни, это не так далеко, не так просто. Однажды какой-то знаменитый пандит пришел в Чайтанья Махаматху, Шрила Прабхупад дал ему служение. Какое служение? Шрила Прабхупад дал им... А эти пандиты, он дал служение рубить дрова, хотя эти пандиты всю свою жизнь только писали и говорили. Они не занимались никаким физическим трудом. А Шрила Прабхупада сказал, что для готовки нужны дрова, и поэтому идите, колите дрова. И эти пандиты весь день они были заняты, как
колкодов, но все же они ничего не сказали Шриле Прабхупаде, почему Шрила Прабхупада дал им такое с виду неподходящее служение. Они приняли это как его милость, и после этого Шрила Прабхупада благословил их. И была такая система, что перед тем, как кто-то приходил, Шрила Прабхупад хотел разрушить его ложное эго. Я написал одну книгу лет 9 назад, Чатрадар Бимала Прасад и Татприя Бутаврид Прабху. Так книга называется. Вот. Рядом с Шив Мандиром был Ашрам Махараджа Бутаврида Прабху. Вот это про него книга. Он был очень могуществен. Он был, выглядел как какой-то знаменитый герой. И Шрила Прабхупада хотел проверить его. Этот Бутаврид Прабху, он никогда не... И когда он пришел в матку, Шрила Прабхупада дал ему служение в огороде. И он ходил, носил сено, траву и прочее. Но он никогда не возмущался, что я ученый человек, а вы заняли меня в служении в огороде. Никто, они не возмущались. И однажды какой-то знаменитый адвокат приехал в Чайтанья-мат, чтобы встретиться с Шрилой Прабхупадой. Шрила Прабхупад сказал, что я занят, если вы хотите услышать Харикатху, вы идите, вот там в огороде есть один преданный, у него спросите. И вот этот Бутаврид Прабху, он то ли цветы собирал, то ли Аняша Маха, а другой кто-то, то ли цветы собирал, то ли еще что-то делал в гамче такой, в грязной одежде. И этот адвокат подумал, что Шрила Прабхупад послал меня слушать Харикатху от какого-то глупца, сказал, и пошел назад, сказал, что там какой-то старый человек в грязной гамче, а Шрила Прабхупад, да, идите с ним поговорите сначала. И вот Ашрам Махараджа был занят в огороде, вот Гуру Пурнима надвигалась, они собирали рис и прочий урожай. Махарадж рассказывал, что он сам тоже носил мешки с картошкой. Но если у нас есть ложное эго, то мы не можем совершать служение. И вот Аша Махарадж, он занят был таким служением, вот кто-то пришел к нему, а Махарадж начал говорить на английском. И другие преданные сказали Шриле Прабхупаде, что Бутаврид Прабху, он очень хорошо говорит на английском, зачем вы заняли его в служении в огороде. И после Гуру Пурнимы Шрила Прабхупад, он отправил Бутаврида Брамачари в Мадрас, чтобы он занимался администрацией того матха в Мадрасе. И вот когда Шрила Прабхупад проверял преданных таким образом, он дал им более такое подходящее служение по их, согласно их уровню. Это таковая система была. Настоящий гуру может проверить вас. Не так, что... Но сейчас такую систему, к сожалению, уже нет. Происходит какой-то такой товароденежный обмен, а не то, что было раньше. И вот сегодня я очень рад воспеть славу
великого ученика Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхакти, Прагьяна Кешава Госвами Махараджа. Винод Бихари его звали до принятия саньясы. И внешне можно иногда видеть, что он как-то жесток был. Шрила Прабхупад, он... Шрила Кешава Махарадж, он занимался этой землей. В читании матха было много земли, а Винод Бабу занимался всей этой землей и выращиванием культур, сбором урожая и оформлением вот этой всей земли. И вот Винод Бабу, он всегда был занят в Гурсеве, но никто не все это понимали. И однажды Винод Бихари сидел на дереве, он сидел на стуле под деревом, и преданные вокруг ходили. И вот они, преданные, пришли к Шри Прабхупаде и говорят, что «О, Прабхупад, Винод Прабху, он очень горд. Почему мы тут пришли?» Он посмотрел на нас и ничего не сказал, не приветствовал даже, а Шрила Прабхупада улыбнулся. Нет, он не видел вас. Как не видел? Видел, мы тут мимо него проходили. Но еще раз пройдите и спросите, проверьте, видел он вас или нет. И тогда они когда пошли, спросили, а Винода сказал, что не видел, поскольку он размышлял о Веданта Татве, о Гурудеве. Винод Прабху, если что-то говорил, он говорил о уникальной Сиданте Веданте, он был лучший из ведантистов. Кто лучший из ведантистов в нашей сампрадае? Можете ли вы сказать? Сваруп Госай. Сваруп Госвами. Он лучший из гаудия ведантистов. And from there, in line, we can get Bhagavad Gita everywhere. И там в дальнейшем Баладев Видьябушан и прочие, а среди всех учеников Шрилы Прабхупады Винода, он был очень сведущ в Веданте. Даже Шрила Прабхупад был очень доволен им. И те преданные, которые чувствовали себя оскорбленными Винодой. А потом они пошли и спросили, видел ли он их. Он сказал, что не видел, поскольку он был занят в размышлении о Гурусеве. И внутри его сердца и ума не было никакой материи. Он всегда думал о служении Гуру и Гуранге. И однажды пришло одно письмо. На имя Винод Бабу в Читании Матхи. И это письмо попало случайно в руки Шрилы Прабхупады. Гурудев, он... You should not have any secrets in your life. Have you? Прав он в том, что у нас не должно быть никаких секретов в нашей жизни. Если вы пришли к чистому вайшнаву, у вас не должно быть никаких секретов от него, поскольку вы не сможете получить результат. И вот в этом письме говорилось, что его мать, она очень больна, может умереть в любой момент, поэтому как только получите письмо, бросайте все и езжайте. И вот Шрила Прабхупад прочел это письмо и сказал, позовите Винод Прабху ко мне. И вот Винода позвали, сказали, что Шрила Прабхупад зовет его. И вот Винода пришел к Шрила Прабхупаде и принес свои поклоны. И Шрила Прабхупад сказал, что тебе нужно ехать в вашу деревню, поскольку ваша мать очень больна, и собирайся и езжай к ней. И Винод Прабху ничего не сказал.
и сказал, вот ваше письмо, и он взял это письмо и ушел, и продолжал совершать служение дальше. Все думали, что он уедет сейчас в деревню свою, но вечером, когда арати происходило, то Шрила Прабхупада смотрит в вино, да, там арати смотрит. И после того, как кончилась арати, он спросил у него, что случилось, и тебя просят быстро приехать домой. Твоя мать умирает, может оставить тело в любой момент. А Винода Прабху начал плакать и сказал: «О, Шрила Прабхупад, вы хотите проверить меня? Какую любовь я имею к вам? Кто такая моя мать? Кто такой отец? Вы мой отец, и вы моя мать, вы мой лучший друг, вы мой гуру, все, я вижу вас». Ачарья Вайшнав, он должен иметь такой идеализм, что мы, люди обычно привлекаются идеализмом, а мы не заинтересованы в том, какое влияние у нас есть, какое богатство, а мы хотим видеть качество, идеализм. Вайшнав, он может быть опознан своим уникальным примером, своим идеализмом, очень могущественным. Вайшнав, когда он является идеалом перед нами, это значит, он привлекает нас, он хочет привлечь нас собой. Это главное качество гуру Вайшнавов. Это их идеализм. Они чисты. Их поведение совершенно. Их суждение, их служение совершенно. В тот день я говорил, что такое сидда, совершенство. Кто-то достиг совершенства в Гурусаве, кто-то в Гаурангасаве. Сидда, что значит? Preliminary Siddha mean you are going now at present going out of the influence of nature. Например, мы такое начальное совершенство, что это избавиться от влияния материальной природы. Если кто-то говорит, что кто-то избавился от влияния моей природы, это такое начальное совершенство, и после этого мы только сможем начать совершать настоящий харибаджан. Говоря искренне, я вынужден сказать, что пока мы не избавимся от влияния майи, мы не можем начать харибаджан. Как кто-то говорит, что он уже совершал баджан долгое время, но как это? Баджан не может быть начат, пока мы не избавились от влияния майи, поскольку Хари — это Верховный Господь, Он пребывает в надмирном мире. И наша первейший шаг — это избавиться от влияния майи. И по милости Садгуру мы только можем сделать это. Когда мы получаем милость Гурудева, майя, она никак не может затронуть нас. Even one centimeter, one millimeter, so heavy, is not, you know, tilted from his own position, so rigid, is confirmed. You know, this way actually. И вот и такого Вайшнава, который получил милость Гуру и Гауранги, ничто не может сдвинуть с его положения. И вот пока мы не избавились от влияния майи, мы не сможем начать настоящий харибаджан. Конечно, какой-то баджан мы можем начать, но такой настоящий чистый баджан мы сможем начать только тогда, когда мы избавились от влияния майи и получили полную милость Гурудева. By the power of Guru Dev, you can. По милости Гуру Дева мы можем. Guru Kripa Hi Kevalam. Совершать баджан. Guru Kripa Hi Kevalam. Кто получил милость Гуру Дева, если мы посмотрим, например, чистых вайшнавов, то можно увидеть, что они получили полную милость Гуру Дева. Иногда вайшнавы они могут являть такие лилы, которые сложны для понимания. Я могу привести пример. Во Вриндаване, например, был один преданный, некий Парамахамса Баба, он совершал баджан, он
был нам сиддхи, он достиг совершенства в воспевании святых имен. И какие-то преданные приходили к нему, если у них были какие-то проблемы, и этот Баба их благословлял, и проблемы испарялись. И так слава о нем распространилась по округе. И вот и так люди приходили к нему, чтобы у кого-то там жена заболела, у кого-то еще что-то. И в итоге этому Бабе некогда Харинам стало повторять. Там люди постоянно приходили, очередь была со своими проблемами. И этот Баба план сделал такой, что какой-то богатый человек хотел служить ему, он сказал: смотри, ты хочешь, ты хочешь мне послужить, смотри. She can sit in front of my bhajan kutiya with chair nicely. She need not do anything. Only she can sit in front of my bhajan kutiya. Everybody can find. Oh, everybody, he is Babaji. He is doing asav sangha, sri sangha. Oh my God. А, но что нужно было найти какую-то женщину и посадить перед его баджан кутиром, чтобы она ничем не занималась, а просто сидела перед его этим баджан кутиром и все, собственно. Чтобы люди приходили и думали, что тут баба, тут женщина какая-то сидит, что толку такого бабы нету. И вот. Но смысл был, а смысл всего этого был, чтобы люди пришли на благословение, как бы увидели, что сидит какая-то женщина, и подумали, что этот баба занимается какой-то сатсангой, и ушли. И так баба смог спокойно повторять харинам, не отвлекаясь ни на что. И вот и второй смысл этого примера того, что гуру, вайшнавы и бхагаван, они имеют, оставляют за собой право не быть открытыми вашими органами чувств. Yes, they are searching such scope, so that people can misunderstand, don't call me in hiding, he can do bhajan nicely. И вот вайшнавы не могут так обмануть нас, чтобы мы их не беспокоили. И вот чтобы понять чистого вайшнава, это не так просто. И Шрила Кешава Госвами Махарадж, он плакал и говорил: «О, Шрила Прабхупад, вы хотели проверить меня, кто мой отец, кто моя мать, пускай они умрут». В каждом рождении все души, они получают мать и отца. Даже собаки и кошки, у них, у каждого есть отец и мать. Я не заинтересован в этом. В каждой жизни у нас есть отец и мать, но гуру вайшнавов не так просто обрести. Гуру вайшнавы – это большая редкость, это очень, они очень и очень редкие. И вот сейчас я получил возможность увидеть ваши лотосные стопы, служить вам. И я не хочу возвращаться назад домой, пускай моя мать умрет. И вот в тот день, когда Шрила Прабхупад проверил его, он понял, что это Шрила Кешава Госвами Махарадж, его совершенный слуга, его настоящий ученик. Это слово ученик, шишья, disciple, что значит, это легко сказать и написать, но стать настоящим учеником, это очень сложно. Я уже говорил вам, что Вриндаван Дас Такур, когда он говорил об этом, что я так много говорю о славе Нитянанды Прабху, если обычные люди, они не смогут понять величие славы Нитянанды Прабху, я могу ударить их. А Кришна Дас Кавирадж Госвами говорит противоположное. Что я хуже, я более падшая душа, чем Джагай Матха. Я
я хуже, чем червь в испражнениях. И вот кто-то может подумать, что вот он Кришнадасская Раджа-Госвами, он настоящий вайшнав, а Вридамадас Такур не вайшнав, и у него нет смирения. Но Шрила Прабхупад говорит, что Вридамадас Такур, он более милостив, поскольку Кришнадасская Раджа-Госвами можно неправильно понять. Если мы горды и у нас есть сложное эго, то мы можем подумать, что если он говорит о себе, что он более падший, чем Джагай Матха, и какой смысл слушать его и читать то, что он написал. И это очень опасно для нас. А Вриндаван Дас Такур, если он готов ударить нас, это значит, что он готов дать пыль со своих лотосных стоп. Нам. И эта пыль с его лотосных стоп подобна катализатору. Есть три катализатора на духовном пути. Это пыль с лотосных стоп вайшнава, вода, амыша их стоп и остатки их пищи. Однажды кто-то пришел к Гуру Кешавадас Бабаджи Махараджу, прикоснулся к его стопам и взял пыль с его стоп, и Махарадж сказал, что ты встретишься с какой-то проблемой. И вот тащил он, потом этот человек пошел к Шриле Прабхупаде, рассказал, сказал, что Бабаджи Махарадж меня отругал, проклял, что все у меня плохо будет. И, а Шриле Прабхупаде сказал, зачем ты туда вообще пошел? Знаешь ли ты значение пылинки, одной пылинки с его лотосных стоп, когда он сам даст тебе пыль со своих лотосных стоп, то это хорошо. Это совсем другое дело, как однажды Шрила Прабхупад Бимала Прасад, он пошел к Гуру Кешавадас Бабаджи Махараджу, а Бабаджи Махарадж, он закрылся в туалете и там повторял Харинам, чтобы его никто не беспокоил, поскольку многие люди приходили и просили милости, а Бабаджи Махарадж так закрылся в туалете и там совершал баджан, чтобы его никто не беспокоил. А когда Бимала Прасад Сарасвати пришел, он позвал Бабаджи Махараджа и сказал: «О, Махарадж, я ваш слуга». И Бабаджи Махарадж, когда он услышал, что Шрила Прабхупад пришел, он вышел, обнял его, усадил. И Шрила Прабхупад, а Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж спросил какую-то шлоку из Бхагаватам, потом попросил объяснить ее. I like to speak this way, if I like to make, you know, meaning of this sloka, how it looks. Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж потом объяснил ее гораздо более глубже и красивее, и Шрила Прабхупад был, сказал, что великие комментаторы, они не могут говорить так красиво, как вы. И Гуру Кешавадас Баба был очень доволен Бимала Прасады, и перед Бимала Прасадом и вот Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж был очень доволен Шрилой Прабхупадой, он сам взял пыль из своих лотосных стоп и поместил ее на голову Шрилы Прабхупаде. И он благословил его на проповедь. Понимаете, силой мы не можем пойти и взять пыль со стоп вайшнавов и чаранамрита, вода, омывшая стопы вайшнавов и остатки их пищи. Это подобно катализатору, как в химии два элемента, они могут реагировать друг с другом. А при добавлении катализатора эта реакция, скорость реакции возрастает многократно. И мы не можем давить на Гуру Вайшнава. Я много раз говорил,
что не нужно пытаться контролировать гуру и вайшнавов. Никогда не пытайтесь контролировать гуру и вайшнавов. Пытайтесь стать слугой, слуги вайшнавов. Это великое звание в мире. Вы можете стать президентом Америки, но это звание в сравнении с званием вайшнава, оно незначительно. What designation you think topmost? What fame and name? Что? Ramananda say, who is getting name and Vaishnava, Vaishnavi Patishtha. Today I was discussing in Bengali, so many things. I can discuss this point. Kesava Goswami having Vaishnavi Patishtha. Самое высшее достижение – это признание вайшнавов. Шрила Кешава Госвами Махарадж, он получил такое признание. Вайшнави Пратиштха, признание вайшнавов, мы должны иметь почтение к ней, иначе мы сможем отправиться в ад, поскольку признание вайшнавов – это очень важное. Вайшнава Пратиштха – это не какая-то обычная Пратиштха, это не какая-то слава. До... Можете ли вы сказать, что такое Вайшнави Пратиштха? Кто сможет сказать правильно? Если я... Шрила Прабхупада говорит, если мы не придадим должного значения Вайшнава Пратиштхе, мы попадем в ад. Однажды, когда я был молод, какой-то преданный в Матхе сказал, что ты, поскольку не принимаешь признание вайшнавов, то это очень опасно, это плохо. И я сказал, я не знал, что такое вайшнава Пратиштха. Я пошел в комнату Гурудева. Гурудев был один в то время. Я спросил у него, что я хочу получить представление о вайшнава Пратиштхе. Почему? Поскольку кто-то сказал мне, что я не понимаю вайшнава Пратиштху, и поэтому я в ад попаду. И что правда? И Гуру Махарадж, я спросил Гуру Махараджа, может ли он объяснить. А Гуру Махарадж сказал, а что ты об этом думаешь? Ты сначала скажи, потом я расскажу. И я сказал, что по вашей милости, я думаю, что вначале я должен стать чистым вайшнавом, и потом вся пратиштха, которая приходит в мою жизнь, она не может затронуть и осквернить мое сердце. И Гурудев сказал, да, да, ты прав. Вначале всего мы должны стать чистым вайшнавом, не стремящимся к имени, славе, положению, уважению. И тогда то положение, на котором вы окажетесь, это зовется вайшнава Пратиштха. И в то время, если даже весь мир будет поклоняться вам, то ваше сердце, оно не осквернится, поскольку вайшнава Пратиштха значит вся слава, вся Пратиштха, которая приходит мне, я передаю ее моему Гурудеву. Если мне кланяться, я в ответ кланяюсь. Это я видел в жизни моего Гурудева, даже какой-то маленький ребенок, если приходил к нему в комнату Гуру Махарадж, он был пожилой достаточно, он кланялся каждому, кто заходил. То смотрите, какое умонастроение Гурудева. То есть он, люди приходили поклониться ему, но или какой-то ребенок хотел поклониться ему, но Гурудев он кланялся им перед тем, как они кланялись. И вот смотрите, суть в том, что если вы находитесь, in that case, many pratishtha coming in your life, you can pass on this pratishtha. Если вы стали чистым вайшнавом, то вся слава, которая приходит в вашу жизнь, вы сможете ее передать своему Гурудеву.
вас, Гурудев, своему Гурудеву, соответственно. И вот на день явления Шрилы Прабхупады, это было в 1934 году или 1935, я не помню точно, и вот в Бхагавад-гите Матхе все поклонялись Шриле Прабхупаде. И после этого Гуру Пуджа, когда кончилось, то Шрила Прабхупада должен был говорить Харикатху, и вот он начал говорить, что сегодня так долго вся моя Гуварга, которая собралась здесь, они были учениками его, но Шрила Прабхупада относился к ним как к Гуруварге, и вот они долго время они говорили о моей славе, о моем баджане, но я не достоин принимать это от них. Они делают это их желание, и вот они все моя гуру-варга. Они думают обо мне как о гуру, но какой же признак истинного садгуру, настоящий садгуру? Он не думает, что я гуру всех. Он думает, что они мои гуру. Шрила Прабхупад говорит, что вы все моя гуру-варга, вы находитесь передо мной, и у меня есть гуру-сева, вайшнав-сева, and Кришна-сева, Гуранга-сева. They are giving me privilege. И вы меня занимаете в служении гуру и гуранге. Вы находитесь передо мной, и у меня нет возможности совершить какую-либо ошибку, вы всегда исправляете меня. И вот Шрила Прабхупада так смиренно говорил. И вот сегодня день явления великого вайшнава, его имя Парампуджа Пад Шрила Бхакти Парагьяна Кешава Госвами Махарадж. И все думают, что он очень, Гурт очень жестко говорит, и нет никакого тринадапи качества в нем, но это неправильно. Нельзя так говорить, поскольку Шрила Кешава Госвами Махарадж, он имеет больше всех качеств Тринадапи, и Шрила Шанта Госвами Махарадж, который говорит очень жестко, у него есть это качество Тринадапи. А закрывать абсолютную истину, это не Тринадапи. Качество Тринадапи – это не шутки. И Парампуджа Пад Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что те, кто готовы отдать свою жизнь ради Гурудева, они настоящие слуги Гурудева. Можете ли вы прикоснуться к Бхагаватам и к Шалаграму и сказать так? Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит: «О, Куреш! Он был слугой Рамануджи, это, я забыл об этом сказать, это очень обширная тема. И вот Куреш, очень опасный царь. Он позвал Рамануджачарю прийти в свое царство и пообщаться с каким-то пандитом, чтобы опровергнуть вайшнавскую философию и чтобы утвердить превосходство Шайва-таттвы. И вот позвали его, и Куреш понял, что они хотят напасть на моего Гурудева. Они очень опасны. И тогда он взял, переоделся в одежду своего Гурудева. Он был брахмачари в то время, но он взял одежду одежду Рамануджачари, представился Рамануджачари и перед тем опасным царем. Кримиканта его звали. Кто ты? Меня зовут Рамануджа. Ты Рамануджа? Садись. И с моим пандитом говори. Я хочу посмотреть, как вы вашу вайшнавскую сиддханту сможете
утвердить, мы хотим изменить вашу сиддханту, мы хотим сделать вас шайвами, хорошо. И вот они говорили, Куреш одно за другим говорил, приводил аргументы, и вот он был побежден. Этот пандит, царский пандит, Куреш был успешен. Он одержал победу, но после этого этот Кримиканта, он, этот хулиган, он позвал каких-то хулиганов, чтобы они ослепили Куреша. Они не могли переспорить Куреша, но решили выколоть ему глаза из-за зависти. Куреш начал звать Гурудева, и он не мог больше видеть, он ослеп. И вот Куреш так или как-то при помощи какого-то брамана он смог прийти к Гурудеву и рассказал всю историю, что захотели убить его. Это лучше, если они меня убьют, как я могу позволить, что они вас убьют. И Рамануджачарья благословил его всем сердцем. Ты лучший ученик. Ты гуру. Ты ученик гуру. И с тех пор Рамануджачарья, он взмолился Бхаратрадж. И Бхаратрадж, он дал ему новые глаза. Эти глаза, они материальные глаза. С их помощью мы можем видеть только материальные вещи. А как же видеть Гуру Вайшнава? И Рамануджачарья, он взмолился Бхаратраджу, и Бхаратрадж благословил его, чтобы он обрел новые глаза. И вот по благословению Бхаратраджа он получил такие новые глаза с великолепным видением, зрением. И он смог видеть не только настоящее, прошлое, будущее и всю татву. И из-за своего совершенного служения Гурудеву, Куреш, лучший ученик, он получил такое благословение. И также Шрила Кешава Госвами Махарадж, это один из лучших учеников Шрилы Прабхупады. И однажды все сахаджи, они хотели напасть на Шрилу Прабхупаду, они собрались и напали на парикраму, их с крыш кидали камни и кирпичи на парикраму. Vinod Babu somehow catch Prabhupada and put inside the room. А Винод Бабу он как-то помог Шриле Прабхупаде зайти в дом какого-то человека, который был уважал Гаудимат. И вот они закрыли его в комнате, и он обменялся одеждой Шрилы Прабхупады. All stone bricks coming, Prabhupada, they don't care. Kesava Goswami don't care, Vinodha. Then Vinodha later on. И вот и позже Винода написал, что это был тот момент, это моя золотая возможность в моей жизни, чтобы доказать, что я полностью предался, посвятил себя лотосным стопам Шрилы Прабхупады. И у вас есть такое посвящение, такая преданность, то тогда вы можете быть настоящим слугой, настоящим учеником. А в то время все разбежались. Шрила Кешава Госвами Махарадж, он всю свою жизнь он показывал своим примером, как мы должны служить Садгуру. Он уникальный пример во всей Вселенной. Кто
встретиться с Садхгуру. Это очень редко. И сейчас мы получили эту золотую возможность, и мы не должны ее потерять. Кришна проверяет нас, и я, хотим ли мы совершать Гурусеву или нет. И Шрила Прабхупад, Шрила Кешава Госвами Махарадж, они совершают Гурусеву. Так много вещей. И Шрила Прабхупад, он хотел оставить этот мир. И последний момент, когда Шрила Прабхупад достиг Нилачалдхамы, Пурушоттам Дхамы, то в этот Читак вместе под названием Читак Парват, Гавадхан, там холм Гавадхан, и Шрила Прабхупад приехал туда, там был Винода и мой Гуру Махарадж. И в то время Шрила Прабхупад, он являл лилу болезни Винода, он плакал, увидел, что Шрила Прабхупад являет лилу болезни, и он говорил, что мы не знаем, как мы можем жить без вас. И день за днем вы являете лилу болезни, и Шрила Прабхупад сказал Виноде. Никто не может понять мое послание, никто не готов принять мое учение, мою сиддханту. И что толку, если я больше буду находиться в этом материальном мире? Никто не хочет принять мою сиддханту. Что толку находиться в этом материальном мире? И только Шрила Прабхупад сказал это. И потом Шрила Прабхупад поехал в Бхубанешвар, в Тридандинматх, потом в Калькутту, и там вскоре оставил тело. И больше у нас нет возможности служить Шриле Прабхупаде. И они видели, что Шрила Прабхупад является лилу болезни и скоро уйдет из этого мира. И вскоре Шрила Прабхупад оставил свое тело, и тьма, она спустилась. Вайшнав, он может показать нам свет. Пример. Тот пример, который у нас есть, он уникален. У нас есть, была возможность видеть Шрилу Бхактивинода Такура, Шрилу Прабхупаду и Кешава Госвами Махараджа. У нас есть возможность видеть всю жизнь Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа. И все же мы слепы, мы не можем видеть совершенно. И после этого Шрила Кешава Госвами Махараджа, что случилось? Из-за оскорбления. Из-за какого-то оскорбления, и если мы пришли служить, если мы пришли совершать Гуранга Севу всем сердцем, и если кто-то еще хочет совершать Гуранга Севу, то не может быть никаких споров, никаких непоняток, никакой борьбы, поскольку если их цель делать все для радости Гуранга Дева, и наша цель такая же, то не может быть никакой борьбы, как, например, во время Гуранги Махапрабху не было никаких, организации, никаких советов, партий и прочего для служения Гуранги Махапрабху, просто преданные служили ему, и все. А сейчас, несмотря на то, что у нас это есть, не получается у нас. И вот если вы говорите о себе как участнике Гауди Матха, вы должны следовать наставлением Шрилы Прабхупады и Шрилы Бхактивинода Такура. Гуру Патма
И вот Гурудев уже сказал, что Гаудия Матха может существовать только по милости Шрилы Прабхупады и Шрилы Бхактивинода Тхакура, а не из-за денег, либо из-за чьей-то власти, или еще чего-либо. И вот Кешав Госвами Махарадж и, в общем, потом Лила было разделение на две группировки в Гаудия Матхе. И вот кто-то пришел, они потом напали на Винодду. Bamboo, you know, very hard bamboo. One Muslim people died. Then they give false allegation against Kesava Goswami Maharaj. Police came and arrested. А потом какой-то случился, убили какого-то мусульманина. Oh my God! И Кешава Госвами Махараджа по ложному обвинению задержали. Он в тюрьме находился какое-то время. Это долгая история. И один брамачари ходил туда, ходил к нему, носил прасад каждый день, спрашивал, как я могу служить вам должным образом. Я получил харинам от Шрилы Прабхупады, но дикшу не успел, и как я могу готовить для вас. И после этого и Шрила Прабхупада в тюрьме, он дал дикшу Вамани Госвами Махараджу. И после этого они заняли какого-то, нашли какого-то адвоката. Адвокат доказал, что Шрила Кешава Махарадж, он не убивал никого. Вначале они хотели доказать судье. Giving judgment. My Lord, Vinod Prabhu was there in his own place. His duty he was doing, sir. The, where from that boy came? First of all, I'd like to know. Where from that group came? Where from stick came? That's when he came. They came to attack Vinod Das. So in fighting took place, somehow he was dead. 100% I can prove that he is not the murderer. В общем, этот адвокат доказал невиновность Винодды, и его выпустили из тюрьмы. Шрила Кешава Госвами Махарадж был очень могуществен. И вот у него много матхов в Индии, одно из первых, это там, где Шринивасачарья поклонился гуру Нитянанде, место Чичура называется. Там на него тоже хотели напасть местные хулиганы. Но ничего не получилось. Что такое вайшнавата? Шридхар Госвами Махарадж, случай один был, что однажды Радха Мадава похитили какие-то хулиганы, и тут возмущались местные, что они вайшнавы, как они могут стрелять. А Шридхар Махарадж сказал, что это есть вайшнавата, это защищать гуру, гавангу и нашего Господа. И еще такое похожее случай с одним алваром с Южной Индии был, как он служил Ранганатху. И Кришна говорит, что если вы делаете что-то ради меня, это все хорошо.
Кришна говорит, что если что-то делаете ради меня, это хорошо, так и те преданные в Исконе, которые стреляли по хулиганам, это их вайшнавата, это хорошо. Если кто-то пришел украсть, забрать Радамадава, то если вайшнавы будут обороняться и стрелять в этих воров, то это хорошо. И ничего плохого нет в этом. If some dog и такой пример, если с собакой, например, you know, какая-то собака пойдет в Дауджи храм, то не бить эту собаку, это не вайшнавизм. Если какая-то обезьяна пойдет в храм, это наша обязанность. Мы, конечно, знаем, что Кришна внутри собаки и обезьяны, но это моя обязанность прогнать этих собак и обезьян. И это есть вайшнавата. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур в этом киртане говорит, что «О Господь, о Гуру Вайшнава, я ваша собака, какова же обязанность собаки, если что-то случается, плохое, собака лает обычно». И это обязанность собаки защищать своего господина. И мы, говоря Харикатху, это и есть наше служение. У нас есть кто-то может сказать, что это не вайшнавское поведение, но это моя обязанность защищать гуру и вайшнавов, их сиддханту. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж, эти хулиганы напали на храм. Kesava Goswami Maharaj in Risco with turban, nice, going in front of judge. My Lord, our devotees were there in roof. How they reach up so that they was bound to a truck? Then he proved. И вот Шрила Кешава Махарадж сказал, что предвидел, что они нападут, и сказал, нужно на крышу набрать камней, если еще кидать камни в этих нападающих. И вот когда эти хулиганы пришли, они стали сбираться на крышу по водопроводной трубе, и преданный сверху закидал их камнями, и кого-то там то ли убили, то ли просто покалечили как-то, и потом суд был, и что преданные напали на них. А Кешава Махарадж спросил судью, как же мы на них напали, если мы на крыше были, а они там крапкались на крышу. И судья, он понял, что было к чему, и решил дело в пользу Кешава Махараджа. They going to get control over Guru, Sadhu Guru Vaishnava in Vrindavan, Puri, in Kesava Goswami Maharaj was strong. Lord. Who are you? You have no right to get control over Guru Vaishnava. I can give one example. Anything, any mistake you do, any wrong activities, любую ошибку, которую мы совершим, кто-то может наказать нас, кто-то может. And this court, civil court, can pass judgment about your punishment. Follow. But those who are in military man. А в смысле, Махарадж такой пример приводит, что если мы совершим какое-то преступление совершим, то нас будут судить и могут в тюрьму посадить. А если военный, например, он кого-то убьет, то во время войны особенно, то его судить не будут. И также, то есть его, если судят, то по военным законам, то есть и также вайшнавы, у них свой отдельный, как сказать,
отдельный институт. When I write books, you know, against, I thought I am the first man, but after that I heard, Смысл в том, что защищать гуру вайшнавов – это наша обязанность, наш долг. Как обязанность военных защищать страну, если в процессе кто-то случайно погибает, то вины военных, так и нас, защищающих, гуру вайшнавов, вины в этом нет. Шрила Кешава Госвами Махарадж, у него прекрасные суждения, прекрасная философия, и никакая майявада, никакая сахаджия не может быть там. Он их, своих харикатху, он их полностью разгромляет. Однажды один пандит Рамнараян Видиратна из Кашим Базара, из Мурсидабада, он какую-то ошибку допустил Вайшнава Титхи Вичаре. И Кешав Госвами Махарадж написал так, как будто Кешав Госвами Махарадж хотел раздеть его. Что, мой брат, ты ничего не знаешь о санскрите, учи грамматику. Он великий пандит, а Кешав Махарадж его так, как сказать, так, такое замечание сделал, что очень такое, как сказать, такое замечание сделал, что этому пандиту, вот этот пандит не смог ничего ответить. И однажды Гуру Махарадж шутил со мной вот такой шуткой на бенгали, она и смысл. И я подумал, почему Гуру Махарадж шутит так со мной? И эти слова значат, что если ты правильный сын правильного отца, если ты, борешься за свободу страны, то и лошадь, на которой ты воюешь, то и эта лошадь, она тоже обладает какой-то особой силой. И вот в Панджабе было какой-то Раднападап Синха, он, у него лошадь была, которая обладала какими-то удивительными способностями. И когда он сражался на поле боя, то эта лошадь, она часто спасала его от опасности. И вот эти слова, что если ты правильный сын правильного отца, так же, как если ты правильная лошадь правильного наездника, то и ты можешь являть какие-то необычные деяния. Вся сила исходит от Гурудева и силы Прабхупады. Если Гурудев скажет мне, что я должен прекратить говорить харикатху, то я прекращу. И Гуру Крипахи Кевалам, все, по милости Гуру. И еще раз, еще я приведу один пример. Однажды, когда Винода, он хотел организовать Веданта Самити. Веданта Самити было основано в 1900 каком-то году, я недавно достаточно, я не помню точно. И Винод Бабу в то время, он арендовал одну маленькую комнату и там организовал Веданта Самити на улице Боспары. И вот я там жил недалеко, когда я был ребенком, вот рядом с этой улицей. И вот это очень прекрасное место, но в то время очень, они очень бедны были, ничего не было, только снимали
за одну или две рупии квартиру, комнату. В то время рупия очень дорогая была. В то время человек, работающий на железной дороге, зарплата была у него 80 копеек. Даже не рупия, а 80 копеек. Но в то время на эти 80 копеек, если мы тратили на еду весь месяц, все равно не могли потратить, у нас еще оставалось. Ну, видимо, рупия была такая же дорогая, как и царский рубль раньше. И вот в то время, ну, одна или две рупии – это большие деньги были. Это, считай, была зарплата хорошая. И вот он там начал издавать Гаудия Патрику, и до сегодняшнего дня я уверен, I have 100% right to speak this way. У меня есть право говорить, что единственное, что Гаудия Патрика, которые издаются Веданта Самити, она уникальна, и никто не может превзойти ее. 100% I'm ready to confess this thing. There, you know, I also many times writing. Я много раз также писал статьи для этого журнала, этой Патрики. Но сейчас времени у меня не хватает, но так или иначе их публикации, их издательство, оно уникально. И я могу сказать, что среди всех вайшнавских журналов этот наивысший, но он на бенгали издается. И вот таким образом Шрила Кешава Госвами Махарадж начал там издавать Гаудия Патрику. Это в 1942 году или примерно тогда. И с тех пор он писал о Гаудии Сиданте, и его статьи были очень могущественны. Он никогда не терпел никакой сахаджи, и если какой-то его ученик или кто-то, он никогда не одобрял никакой сахаджи. Он был настолько предан Гурудеву, настолько сведущ в Сиданте, и однажды, тогда у них не было денег. Если мы обыщем Винода, то даже 10 копеек у него не было. И когда я раньше совершал баджан во Вриндаване, где-то там у меня не было даже ни копейки денег. И таким образом мы должны развивать нашу веру в Верховного Господа, что Господь защитит нас, ни деньги, ни власть, ни что-то еще, это не шаранагати. Однажды Шрила Кешава Госвами Махарадж совершал баджан, и внезапно один брат в Боге пришел встретиться с ним, и был Экадаши в то время. И Винода, он очень был рад, но беспокоился о том, что тот брат Боги, который пришел к нему, но надо было накормить его, денег не было. Если один он был, то он бы постился, но гость пришел, надо угостить его фруктами, и он думал, что же делать. И вот он говорил с ним, что как ты пришел сюда и прочее. И, а внутри думал, что же делать, как его накормить. Сегодня у меня есть возможность служить вайшнаву, но как? Даже фруктов нету. И вот этот вайшнав пошел принимать омовение. А тем временем Шрила Кешава Махарадж думал, как что же делать, как-то накормить его хотя бы. И там попугай пролетал мимо и кинул что-то сверху. И Кешава Госвами Махарадж посмотрел, что там. Увидел кошелек, он скинул сверху этот попугай. И Кешава Махарадж увидел, что там кошелек с деньгами еще, и очень обрадовался. О, брат Боги, ты повторяй, сейчас я приду, схожу за фруктами.
И вот эти, на эти деньги он накупил фруктов, что у них не анукалпа, брихаткалпа получилось. И вот, но еще много денег осталось с того кошелька. И вот таким образом Кришна помогает нам, но мы не все могут поверить в это, что Гуру Вайшнава и Бхагаван, они спасут нас. Я могу часы за часами говорить, но времени мало. И сегодня я хочу еще сказать о том, с чего я начал, с той шлоки, которую начал. Sarva sakto pakarakaha, nispriho sarva toho shidhyo, sarva vidha visharadaha, sarva sansiyo sanscheta, amalasa guru. Это полное определение садхгуру. Тот, у кого есть право, как наказывать вас, так и давать вам свою милость, ануграха и ниграха.